Я вообще выстрелы не слышал. Он знает, как стрелять? Да, да, знаю. А где выстрелы? О! Ой! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Гусанёк, Кирилл Геймер, Глин, Члик, Подлючка, FM-Zoom, Чертила, пацаны, поздоравайтесь. Привет. Всем привет. Привет, привет. Всем привет. Сегодня у нас крутецкая рубрика, будем убегать от скибиди туалетов. Если себе кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Пацаны, этот скибиди туалет очень может мощно сбрасывать бомбы и мочить нас в близком расстоянии. Кто первый умрет, тот лох. Умирай, Дима. Я не буду лохом. Давай. Кирилл Геймер, покажи, как надо лохов мочить. Все, вижу. Так, пацаны, эти бомбочки сильно мощные? Они хорошо мочат вообще? Они мочат, но на плохом расстоянии. Ага, я понял. Не попал. Лошара! Лошара, не попал! Есть! Гусанёк лох! Конечно, перед записью обзывал его, потом обидчик пошел убивать меня. Ага, конечно. А, вот так, значит, это назло. Ну, правильно все сделал. Это означает, что у тебя не очень низкий скилл выживания. Неправда, просто... Да правда. Потому что просто кто-то на меня хочет одного нападать, и все. Ну, все правильно он делает. Давай, Гусанёк, теперь уже два скибиди туалетов. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Блин, ну я очень классную тактику выбрал. Ого, он взлетел! А, когда нажимаешь много раз R, он все выше и выше взлетает. Ой, я вижу через текстуры эти взрывы. Косой! Ой, здесь... Да, а представьте, будет штук 6 скибиди туалетов. Это что, все это в бомбах что? Будет просто? А это, Дима, это срака будет потом. Это будет очень классно. Эй, началось! В ближнем расстоянии начали убивать? Я думал, будут бомбочками. А, я думал, все-таки бомбами будем воевать. И я буду чисто пытаться убить бомбочками. Я хочу, чтобы было красиво и по-честному все. Ну, хотя, если кто-то зашкерится, я, конечно, тоже буду вблизи убивать. Но пока я буду стараться убивать так. Вот, смотрите, жертва бежит. Чувствую, этот раунд будет очень быстрый. Во-во-во, сейчас он оттуда уже не выйдет. Я его не выпущу просто. Есть, еще один умер. А, можно пробел нажать и прям свысока сбрасывать их. Во-во-во, смотрите, сейчас еще один умер. Да что так быстро? А Чертила не берет вертолет, его убили, он выживается. Я пытаюсь. Все нормально, он сейчас проиграет, не ссы. Смотрите, я ему сейчас прям перед ногами кинул. Есть, еще один убил. Блин, раунд какой-то очень быстрый у нас. Ну вроде все умерли. А, все умерли? А, все уже умерли. Ну хорошо, давайте, кто последний проиграл, тот будет начинать. Только давайте в этом раунде чисто бомбочками убивать. Раунд номер 2. Ого, он высоко прыгает. Он прям до скайбокса, да, достает прям, или нет? Ну да, да. Я проверял. Это он за раз кидает 12 бомбочек. Неплохо, так неплохо. Сейчас он, конечно, богатый на эти бомбочки. Да. Главное, что они бесконечные. Это очень круто. Так, я зашкерился в здании. Буду так красиво выживать. Да, давайте, кто сейчас первый умрет, то самый неумеха в Гаррис Мод. Ну, это буду не я, конечно же. И я не я. Я не я. Тут Бенди испугался. Ребята, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Можем пообщаться, повеселиться и при желании можно попасть в ролик. И вас забанят. Ой, это... Не забанят мне. Гусанёк всех банит, там, видите, вот он признался. Нет, у меня еще второго бана не было. Нема у тебя ни одного бана еще? Ты никого не банил? Ну, потому что нарушителей пока что нет. А, боятся, видите, как Санька сильно. Это что, он еще никого не убил? Да. Скорее всего, да. Ой-ой-ой-ой-ой, слышу, как бомбочки сзади падают. Ой-ой-ой, это близко. А у вас тоже текстуры взрыва видно через пропы? Да, конечно. Да, это у всех. Есть! Есть, Чертила! Ты самый неумеха в Гаррис Мод. После Гусанька. А не, ладно, шучу. Да не, давай бомбочками договорились, Жеш. Вы что, не слушаете правила? Да не, прости. Да я понял, что играю с очень умными людьми. Кстати, если вот так постоянно бы не хопить, нереально попасть. Это очень сложно. Смотрите, как они пытаются скинуть, ничего не получается. Пацаны, а вы где-то все пошкерились или что? Я не понимаю, вы где все? Да я бегаю тут просто, вот бегаю. Ой-ой-ой, я прям бомбу поцеловал. А
как все, я бегу на центр, наверное. Даже а бомба может отнять там 20 или 30 хп, или сразу за раз все убивает? Скорее всего, сразу убивает. Но может и не сразу. О, я побежал сюда. Отлично! И что, он за мной полетит? Ого, бомба прям над головой взрывается. Так, а где вообще бегу? О. Так, так, так. Есть, Кирилл Геймер умер! Нет. Так, отлично, мы вышли. О, привет. Ой, ой. Я здесь вообще хотел сидеть. Нифига себе, они атаку сделали. Так, бежим со всей силы. Так, отлично. Вот это я выживаю красиво. Ой, блин, я испугался. Это я, блин, ты мне бомбу на голову сбросил. Ты представляешь, что ты сделал? Короче, сейчас кто у нас останется последний выживший, будет у него одно очко. Ну это немножко не... немножко не так, что вы меня убиваете, я же свой уже. А ничего страшного. Да? Я понял. Обстоятельства. Ну что, теперь я полетел бомбы сбрасывать. Так, давайте перекличку. Кто еще живой? Я. Нет, я живой еще. А, вас двое? Отлично. Давайте же посмотрим, кто займет первое место. Гусанёк или FMZoom? А за нами кто-то идет или нет? А я вообще не знаю, где они, пацаны. Посмотри, а где назад. Они? Они пещеры. Гусанёк, все! Отлично! Ну, как всегда, меня никто ненавидит, и чтоб меня убили. А меня что убили? Меня тоже тогда ненавидят, получается. Так, давайте FMZoom. Если ты продержишься сейчас 2 минуты, ты будешь победителем в этом ролике. Ну, хотя у нас будет еще несколько раундов, так что ролик смотрите до конца, в конце еще будет мега взрывы. А где FMZoom вообще, я не понимаю? А он скрылся. С места преступления. Пусть Санька еще убивает. Вон, я его вижу. А где он? Где? Он в этом, в левом бункере. А как узнать, где левый, где правый? А, вижу, я вижу, где ты. Я понял, где это его надо атаковать. Ребят, сейчас мы этот бункер просто забросаем. А я его не вижу здесь. Его нету. Я видел, он сюда бежал. А, он вот сюда, видно, в дырку ушел. Ты в дырку ушел, что ли? Так, давайте будем его встречать. Так, полминуты уже выживает. Я его буду ожидать и знаю, что он сейчас вот с этой стороны выйдет. Так, минута уже выживает, ребята, еще минута и все, мы проиграли. Капец, надо убить его быстрее. Давай, быстрее, мы должны его все убить, по-любому. А можно его головой прибить? Если конечно. Он в здании, да, можешь, если он не на улице. Так я не в здании был. А, ты не в здании был? Я не в здании был. Ну все, FMZoom, ты начинаешь. Я не в здании. О, давайте теперь так сделаем. Ты можешь взять любого скибиди туалета, какого хочешь, чтобы нас мочить. Ну, мочить ты можешь только суперсилой, не ударом головой. 3, 2, 1. Погнали. А. Не, ну это не считается. Ты убил его до, как я сказал, начинаем. Нет, я же убил его после того. Ну все, нет. Нет, ты что... Балуешься на слух или что? А, ты из будущего, он может будущее видеть. Он будущее представляет, он как Ванга. Ну что, давай, где ты, скибиди туалет? Я вообще выстрелы не слышу, он знает, как стрелять? Да, знаю. А где выстрелы? О! Ой! Нифига себе, я раздуплился! Да я не ожидал, что он меня убьет так мощно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Огромная такая чучка. Ну что? Идет монстр всех мочить. Я его слышал. А, у него суперсилы нету. Буду еще пальцами тогда фигачить. Ну и очень медленный. Так, ребята, ищем, где кто зашкерился. Вижу жертву. Ты проиграешь. Ты не пройдешь. Есть, еще одного чикнули. А ты вообще. Да нормально играем. А любых можно взять, да? Да, любых. В замках можно? Да, конечно. Ой, я другого возьму. Мы же можем разных брать. Я знаю, ребята, я решил, кого я буду брать. Я возьму. Блин, их очень много, даже не знаю, кого взять. О! Отлично! Смотри, кто я, кстати. Вижу, подключил. Я случайно.
Сюда подошел. Я быстро очень. Я так прикольно бегаю. Я как блоха, знаешь. Ну, у тебя тоже же классно дамажит он. Вижу тип. Ну, да. Так, пацаны, а где он? Тут-то? Никого нету здесь. О, кто там в окошко заглядывает? О, вижу! Вижу жертву! Мочите его! Где? Я его сейчас убью. Есть, все, его убили. Гусанёк! Да меня просто, меня просто в этой серии все ненавидят, вот и убивают. А меня что тогда убивают? Тоже ненавидят? Просто тебя любят слишком сильно. Да, и поэтому убивают. Это гениально. Я же могу любого брать. Так что, пацаны, мы всех убили опять? Ну, Кирилл получил. Кирилл, ты остался? Да, я еще живой. А, Кирилл геймер живой? А где же он? Под лестницей где-то сидит? Не вижу его. Случайно... О, вот он! А, где? Все, я убил все его. Все так быстро? Ура. Ого! Ребята, эпическая битва. 4 камерамена против 4 скимеди-туалетов. Напишите в комментариях, кто выиграет. И сейчас чья команда победит, те будут победители этого ролика. 3, 2, 1. Погнали! Я буду его слепить, ребятушки. Вот он, вот он, вот он. Я его убил! Есть, кто умер, тот уже наблюдает, больше не участвует. Как быстро слился. Да, да, вы такие. Еще убили. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Там есть кто-то или нету? Ну, сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Давай, мочи его. А, он вообще не здесь был. Все, убили еще одного? Да. Все, походу, всех убили. Все, мы победили! Ура! А я в воздухе могу... О, я в воздухе могу даже нажимать. Если понравилась эта серия и эта битва, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Нам всем отличного настроения и всем пока. Гусанёк, где взрыв? Все, все. Меня вынесло вообще взрывом моментально, просто.